парке Винности. Хотел фонтан показать, как он красиво играет, работает, светится. Но сегодня, возможно, будний день, и он ветпочивает, отдыхает, даже где-то подсох. И накрапывает дождик, вот так. Сегодня среда у нас. Так что вот такая обстановка, мирная, спокойная, даже где-то семейная, с детьми. Прелесть. И, конечно, очаровательные девушки также, а также без девушек. И ели вот такие наши снежные белые. И пасмурно. Дождик, дождик. Чао, бамбина. Горишка, мисто Винница. У фонтана. Не Рошен, а исторического нашего ледяного. С колосьями, кстати. Вот я так и сейчас увидел. Хотелось бы его с огоньками увидеть там. Пока, счастливо, горишка. Як завжди с вами. У-ху!